Здравствуй, мой дорогой спортивный друг! Меня зовут Стас Ярушин, и я приглашаю вас в свой родной город Челябинск на ТМК Челлендж. Что такое ТМК Челлендж? Это амбассадоры Российского футбольного союза, легенды российского футбола, сразятся в челлендже, в спортивном челлендже против легенд челябинского хоккея, игроков хоккейного клуба «Трактор». В общем, состав и той, и другой команды просто полный отвал башки, но обо всем по порядку. Ребята, 6 челленджей, и я уверяю вас, что в каждой программе вам будет по-спортивному интересно. Мы начинаем, погнали, let's go, guys! Итак, друзья, первый челлендж. Алексей Бывальцев пришел в команду «Трактор» свободным агентом, а этот игрок – одиноким бродягой любви. Казанова, капитан хоккейного клуба «Трактор» Сергей Калинин. Привет, друг. Этот игрок в 2004 году в возрасте 23 года уехал играть за границу. Сейчас бы за такое его бы отправили играть в Северодвинск. Легенда российского футбола Руслан Пивин. Как тебе здесь у нас на арене «Трактор»? Топчик. Топчик. Ты когда-нибудь играл в хоккей? Да, в детстве на коробке. Ты смотришь игры континентальные? Обязательно. А за какой клуб ты болеешь? За весь, за красивый. За Петра. Правильный ответ крылся. Значит, парни, челлендж очень простой. Вам нужно по диагонали будет забрасывать. Серег, тебе надо забрасывать ворота шайбы. Руслан, тебе нужно забрасывать ворота мячи. Но смотрите, у вас тут по 3 попытки. И последняя попытка, ты переходишь на шайбу, а ты переходишь на футбольный мяч. У тебя как с футболом тебе получается? Ну, можно. Футбольный клуб какой? Я думал, ты скажешь так. Кто начинает, пацаны? Капитан команды. Мы же в гостях. А, вот как. Да, конечно, он же обозначил Спартака, а я точно не из Спартака. Ну давай, Серега, начинай. Но если ты сейчас забьешь шайбу, это, конечно, будет. А, вот так? Я думаю, что операторам надо подвинуться. Потому... Все, готов? Да! На! Чтобы вам интереснее было смотреть ТМК челлендж, надо начинать со счета 1-1. Первая серия челленджа подошла к концу. Ждите нас во второй серии. Дальше будет интересно. Амбассадор Российского футбольного союза против игроков хоккейного клуба «Трактор». Скоро увидимся, пока счет 1-1. Ух, будет интересно.